Технический прогресс не стоит на месте. На российском рынке появилось транспортное средство, совмещающее в себе свойства квадроцикла и гидроцикла. Гибрид носит название «Квадски». Он разработан британской компанией «Гибс» и, по сути, является высокоскоростной амфибией. «Квадски» представляет собой небольшую лодку из ударопрочного композитного материала, поставленную на шасси, как у квадроцикла. У него внутри вот достаточно вместительный отсек. Для каких-то вещей, которые можно взять с собой, тут же расположен аккумулятор, достаточно мощный, гелевый. Под сиденьем пилота, можете посмотреть, здесь расположен блок управления двигателем, два блока предохранителей, блок управления коробкой передач, видно стартер, может быть генератор. Ну а все остальное скрыто под достаточно большим корпусом воздушного фильтра. А для того, чтобы колеса не мешали движению амфибии по воде, инженеры компании «Гибс» разработали подвеску-трансформер, которая одним нажатием кнопки задвигает их в колесные арки. Трансформация происходит примерно за 5 секунд. Амфибия оснащена мотоциклетным двигателем BMW мощностью 173 лошадиные силы, что позволяет развивать скорость до 75 км в час как по суше, так и по воде. При этом скорость движения по суше из соображений безопасности искусственно ограничивается электроникой блока управления. На суше крутящий момент передается на колеса от двигателя напрямую, что обеспечивает ему скорость по суше 75 км в час, ограниченную электроникой, и не позволяет двигаться с большей скоростью с точки зрения безопасности. На воде крутящий момент передается только на реактивный водомет, на импеллер, который обеспечивает движение по воде. Квадски тоже со скоростью 75 км в час. А всего для производства амфибии «Квадски» компания «Гибс» разработана и запатентована около 260 различных узлов и агрегатов. Так что в конструкции амфибии представлены все самые свежие достижения мировой технической мысли. При создании борьба за вес шла за каждый грамм. Все, как вы видите, сделано из кованого алюминия подвеска. Из очень прочного, что уже проверено временем и людьми. Вес амфибии 590 килограммов. Объем бака 60 литров обеспечивает запас хода по суше на 600 километров, по воде на 2 часа пути при эксплуатации на максимальной мощности. Геометрия и вес обеспечивают квадски высокую устойчивость, легкую управляемость и на воде, и на суше. Он обеспечивает очень ровное и удобное движение как по суше, так и по воде за счет своей широкой базы, за счет устойчивости. У нас дети на нем катаются без проблем, мы за них не переживаем. Перевернуться на нем практически невозможно, но только если очень сильно постараться сделать это специально. Но это уже другой вопрос. Область применения такого универсального транспортного средства, как квадски, трудно переоценить. Помимо преимуществ, очевидных любому охотнику, рыбаку, грибнику или туристу, эта амфибия обладает свойствами, незаменимыми при патрулировании территорий, службами безопасности на водах, природоохранных служб, МЧС и тому подобное. Амфибия квадски реально раздвигает границы возможностей человеческой деятельности, как ни одно другое транспортное средство –